Судовой журнал корабля «Блейд», Королевский флот архипелага Серебряного копья. Командир Абрахам фон Хельсингер. Запись от 31 октября. Флагман короля великолепную Трансильванию словно затянуло в просвет между колоннами какое-то странное сияние. А потом корабль исчез. Я видел, как глава гильдии магов подал сигнал. Лучи от башен потянулись к порталу, и я почувствовал, что невидимые врата, сквозь которые прошел наш король, начали медленно закрываться. Не сговариваясь, я и мои друзья Хайт и Эйнштейн направили свои корабли в портал. Как только мы миновали колонны, небо потемнело, и мы оказались в очень странном месте. Я думаю, что это даже не наш мир. Неподалеку стояла Трансильвания, потерявшая ход. Король и команда, к счастью, были в порядке. Вдалеке виднелись колонны портала. Мы приняли решение буксировать королевский корабль к ним. Внезапно по нам открыли огонь гигантские катапульты и появились жуткого вида корабли. Нужно во что бы то ни стало отбить атаки монстров, защитить и вернуть домой Трансильванию и нашего короля.